Здравствуйте, уважаемые друзья! И снова с вами приют бездомных животных города Ефремова «Твори добро», волонтеры Наталья и Мария. В данном ролике мы расскажем немного о нашем мини-приюте, состоящем из домика, в котором находятся три комнатки и маленькие пристройки. Как я начала заниматься волонтерством? Это начиналось в далеком 2012 году, когда у нас в городе был открыт первый приют, подобие приюта, когда начали выделяться бюджетные средства на отлов, стерилизацию собак. Как-то я не осталась равнодушная к судьбе этих братьев наших меньших, и практически 4 года я по своим средствам начала спасать животных. Спасать, чипировать, стерилизовать, кастрировать, отпускать в места их обитания. И потом уже, когда, конечно, мне стало сложно, когда у меня стало все больше и больше собак, я создала группу в Одноклассниках. Я помогаю всем собакам, без исключения, в этом городе, в городе Ефремове. То есть все тяжелые ситуации, все тяжелейшие собаки – это собаки мои. Также мы их отлавливаем, вожу на своей личной машине, ловим, стерилизуем, чипуем. И как возможно, это спасаем собак. И очень бы мне хотелось, конечно, чтобы вы узнали о нас, помогали нам выживать с ребятами. Очень хочется, чтобы мы продвигались дальше в этом нелегком труде. Но если не мы, то кто? Только мы. Только благодаря таким неравнодушным людям, как мы можем спасти и сделать этот мир чище и добрее. Хотелось бы к вам в этом ролике обратиться. У нас очень большая здесь территория. На данный момент у нас находится 48 собак. Собачки сейчас гуляют. И очень хочется мне за вот этот промежуток, пока у нас есть июнь, июль, август, собрать финансовые средства с вашей помощью и расстроиться. В первую очередь нам, конечно, очень надо сделать ограждение данной территории, то есть это поставить забор, это в первую очередь. У нас есть большая территория, где мы можем сделать вольеры для остро нуждающихся собак, потому что они бывают очень часто. Так, не деремся. Витя, Сэм. Собаки бывают в этом городе очень часто, ко мне обращаются, меня знает весь город, то есть я помогаю всем бездомным собакам этого города. Бывают очень часто собаки-инвалиды, а сейчас у меня несколько сук бездомных, вывели 29 щенков. Я бы забрала их, конечно, бы сюда. И если мы с вашей помощью сможем построить, расширить этот приют, я буду очень вам всем благодарна. Поэтому я обращаюсь к вам ко всем, уважаемые мои друзья, подписчики. Если вы подписались на наш канал, я буду рада очень любой помощи, моральной, материальной, финансовой. Потому что, в планах у меня действительно расстроиться. У нас территория большая, собаки гуляют вольно, то есть они четвертый год. Но почему нам нужна обязательно сетка? Потому что, когда я привожу новых щенков, да, чтобы они сначала территориально понимали, где им можно гулять. Со временем, конечно, они бегают везде. У нас здесь лес, природа, у нас хорошо. Домик у нас теплый, утепленный. Тут можно поставить достаточное количество вольеров. И то есть можно даже купить экстренным собакам, которые вот у меня инвалиды бывают, построить домики бытовки. Потому что, инвалиды, а инвалидов у меня каждый год бывает по собаке в год, это точно. В общем, вот так вот. Сначала спасали, помогали. Теперь у нас уже свой частный приют с нашей дочерью. Спасибо ей огромное, моей Маше, за помощь с животными. Почему мне надо срочно оградить мою территорию? Потому что много травят собак. У нас в городе до сих пор, в октябре месяце, был жуткий отстрел в городе Ефремове собак, которых я чипировала, стерилизовала, отпускала на места их обитания. Очень много травит, много духхантеров. И, конечно, все мои собаки в зоне риска.